Всем привет, дорогие зрители, подписчики моего канала, с вами Туз Геймс. Итак, мы продолжаем Car Mechanic Simulator. В прошлой серии мы с вами достигли 1 миллиона долларов, как можно видеть, да, в правом верхнем углу. Вот, в этой серии продолжим заниматься тачками, то есть какие-то разные бампера тут. Вот, я постараюсь, наверное, в этой серии уже, наверное, закончить, дойти до 50 уровня, но я буду, наверное, это делать все за кадром. Вот, что касается стрима по этой игре, он обязательно будет, обязательно. Я, к сожалению, это видео, я не знаю, когда выйдет, в общем, я еще напишу в сообществе. Вот, что касаемо стрима, стримить я могу, наверное, очень поздно, ночью, наверное, времени по Москве, это ориентировочно где-то 10-11 часов вечера, возможно, ну, крайний срок 12. Вот, стримить я буду, наверное, на другой платформе, но хотя постараюсь на этой. Постараюсь, наверное, здесь, на Ютубе. Вот. Да, на другой платформе я гоняю другую игрульку, поэтому не хочу сбивать там как бы именно время прохождения. Вот. А по этой игре будет обязательно стрим. В общем, давайте тогда у нас вот стоит зеленый Rolls-Royce Phantom справа, да, подойдем к нему и сделаем, наверное, там, по-моему, тормоза. Сделаем тормоза, получим 100 опыта. Вот, потом я, наверное, за кадром сделаю это Audi. Как я уже говорил, что у меня слетели все сохранения. Вот. А я сюда... А, нет, что у нас там? Вот такую тачку можно свапнуть это. Здесь, по-моему, тормоза, да? КПП. Так, на любой свободный слот ее поставим. На вторую. Так. Сделаем коробку передач, посмотрим, что у нас там еще. Так, глушитель. Принять заказ. Как я уже говорил, вот. Так, что у нас там еще? Заказы. Глушак тоже принять. Где вот именно одно обозначение? Потому что, ну, так проще дают. Дают соточку тебе за выполнение заказа. Ну, сейчас продемонстрирую. Так. С моторного отсека. Нет, не надо нам ничего. Так, это снизу. Ну, отлично. Тем проще для нас. То есть это либо откинуть там сцепление, либо поменять тормозню. Тормозные. Там диски, колодки. Ну, в принципе, там недолго, да? И, соответственно, ты откручиваешь эти детали. Еще дают тебе... с другие. Так, что, почему покрышка, блядь? Вот, да. Снимаем стартер. Снимаем коробку. Тоже все снимаем. Ну, видишь, 5 деталек открутил. Коробку поставил и до свидания. Ты уже сотку у тебя. Так. Ну, все. Так, переходим. Магазин. Так, главный, цепуха, где коробка передач. Я забыл посмотреть, какая там КПП, ну ладно. Так. Так. Сюда. V8, да, у нас есть. Вообще шикарно. Стартер. Тоже есть живой, отлично. Да, новый, пусть ездит, радуется еще. Так. А мы его сейчас сделаем, пойдем. Так, ну, по-моему, можем его сделать. Сделать стартер можем. Ну, чтоб нормально, сделаем, что, если можем, почему нет. Так, иначе он бы уедет с кривыми запчастями. Так, что у нас там? Ну, соточка. Не жалко. Так. Ну, все. Вот, смотри, все сделали. И смотри, опыт. Оп, видал, 132 вообще быстро.
Так, пару машин тебе, смотри, 1500, там, 1000, это 5 машин, ну, 10 машин нужно будет сделать, ну, плюс еще к этому открутить кое-какие детали. Так, что у нас там? Подвеску, ну, нахуй, подвеску вообще не берись. Так, здесь глушаки, смотри, оп. Так, ставим тебя, блять. Так, на второе, опять же. Как зарабатывается опыт вообще? Хотя стоит там, наверное, выхлоп. Ну ладно, я думаю, снизу можно будет снять. А не, ничего, там. Там, блять, вот это глушитель. А не, смотри. Так, средний нейтрализатор. Так. Сюда. Да, все сделаем нормально. Интересно, глушаки можно отремонтировать? Но по идее можно, по сути дела, заварил, сделал, нет? А, нельзя. Так, тогда продадим мы все, что нам не нужно. Меньше 95. Все, $352 у нас с вами, нормально. Так. Просто сразу, видишь, по категориям выхлоп берем. По-моему, там... Ага, что там было? Б или С. Так, катализатор возьмем. Точно уверен, что он есть. Средний глушитель. Так, две штуки. Средний глушитель. Выхлопная труба. Задний. Там, короче, еще, по-моему, такая была. Так. Стой, стой, стой. Не, не такая, вот такая выхлопная, по-моему, была. Там просто V8, да? Угу. Так, выхлопная труба. Так, средний. Выхлопная труба. Две штуки. Глушитель V8. Две штуки. И вот переднюю, к сожалению, да, я не посмотрел. Просто BV8. Сразу купим. BV8, так. Так, ну все. Тем самым смотри, оп. Оп. Оп, у нас, блядь, сделан там вообще. Все, банки готовы. Так, берешь, не найдены детали, не понял. А чё ещё там, блядь? Ага, ну это сверху. Обязательно сверху. Так и думал, что, блядь, подстава. Ну, короче, вот где только менять трубы здесь, по сути дела. У меня, по-моему, такой был, нет? Новенький. Есть у нас, не помнишь? Не, V8. Сделать можно? Сделать нельзя. Так. Ну, значит, купим. Так, двигатель. Так, готово. Так, вывод, так, раз. Ну все, вот так берешь, хоп, смотри. Все сделали, оп, и соточка. 108 добавили, ну. То есть дополнительно еще 108 деталей. Так, что у нас там есть по заказам? Ничего интересного.
Возможно, за другие заказы дают больше, ну, блин, с другими геморройничать. Так. Сейчас все эти катализаторы проверим. Ага. Пускной коллектор. Сразу его сделаем. По-моему, там один. А у нас есть. Так. Здесь вроде живой. Хотя давайте новый поставим, чувак. Приехал же в автосервис. Блядь, здесь сделали, здесь не сделали. Какая-то хуйня получается, да? Так. Сделаем вообще мы все новое. Чё, типа какой-то гонщик, смотри еще. Средний глушитель и банки. Ну вот. Как-то так выхлоп. Так. И средний глушитель. Ну, уже примерно понимаешь, какая тачка. Где уже искать какие глушители. То есть это делается гораздо быстрее. Для опыта, ну, в принципе. Чисто по моему мнению, не знаю, может это как-то... Чтобы максимально быстро сделать... Очочков набрать. Все, все есть. Смотри, еще соточка. Видишь, у нас уже 42 950. Округленно, да? Еще денег добавили нам. Так, что у нас тут? Все какое-то беспонтовое. Да ладно, пускай заказы меняются. Займемся удюхой. Что здесь он писал? Торговый закупился, он сказал, что практически только ездил время от времени. Заправил, пожалуйста, ставим масло резин. Покрышки, что ли? Сейчас сольем старое, зальем новое. Чё? Так, опа. Воздушный фильтр еще. Ну, без проблем. Короче, как-то, ну, можно и сюжетки делать здесь. Я не знаю, что там дальше по сюжеткам. Но я как бы... Так. Главная задача — это вот 50 уровень для меня. Ну, в принципе, сюжетки дают больше. Тебе дают больше. О, 5 глушак. Принять заказ. Дает больше очков. Вот, так. Что у нас там по покрышкам? Вылет диска 0, диск 205 на R16. 205-55. Покрышка какая? Стандартный уровень, да? Покрышка стандартная Б. Так. Так, покрышка стандартная Б. 4,16. Здесь R 205 на
Так, снимем, сейчас сделаем колеса нормальные, вот. Диски те же, пускай катаются в своих дисках. Там надо старые тапки поставить. Ладно, нет, это сюжетная тачка. Здесь, к сожалению, такое, наверное, не прокатит. Все, да, как мастерски уже все делается. Чики-чики, все готово. Так, что у нас там по заказу? Подвески иди нахуй. Всем подвесками, блядь. Наверное, реально российские дороги. Чтобы сюда что там разбортировали. Так, забрали. Поставили раз. Пойдем, пока задний прикручу. Время тратить не будем. Так. А мы заднее пока поставим. Так, сюда. Видимо, тачка друга там быстренько перекинуть. Так, раз, два, три, воздушный фильтр, да? Так, сняли. Поставили. Так, шина новые покрышки мы сделали. Так, что там? Воздушный фильтр стандартный, где он? Угу. 9 баксов. Нормально. Такой хуйни, по-моему, с вами покупали много. Так, сюда. Сюда. Топливо еще, где у него топляк, так. Может, у нас есть загашники? Не, нет. Ладно. РС, РС, топливный насос, топ. Все есть. Контакт, так. Закрываем. Все. Почему я ее завершить не могу? Угу. Масло не залили. Без масла бы отправили бы. Стуканул бы двигатель километров так через 100. Так, блядь, ремонтируйся потом, друзей, да? Все, завершить заказ. Нам добавили, ну, 112. Но толку-то, да, вот? От этих, блядь, сюжетных автомобилей то же самое. Видишь, я теперь попался. Газет, что я... А если это менять газочечник, кто-нибудь соревнует аналогичную массу, посмотрите, пожалуйста, заменить все, что... Дима, давайте принять заказ. Чего нет?
Так, заказа у нас такого не было. Так, тебя поставим на первый. Так, а что у нас с глушителем? На второй. Так, коробка передач принять. Так, ну это я пока заниматься не буду, буду постепенно делать заказы. Примерный алгоритм. Украинские номера, смотри. Примерный алгоритм автомобиля, ну, в автомобиле говорю, господи, примерный алгоритм, как нарабатываются очки, понятно, и я думаю, что да, мы как бы выключаемся и включусь, а уже когда будет достигнут 50 уровень, то есть 45, наверное, и 50. Ну что, увидимся через секунду. Итак, продолжаем. В общем, ушло у меня на это 2 дня. Кручение, верчение деталей. Так, у нас с вами 50 уровень. Ну, это за кадром. Там и Pagani Zonda, это, как сказать, продавал. То есть Porsche я реставрировал. Отправил его уже. Если кто помнит, то здесь был Паршак. В общем, попался вот такой, первый раз вижу универсал. В общем, заказы еще идут. То есть, опять же, смотрите, здесь отремонтируйте, замените детали кузова. Бывает, что просто покрасьте, отремонтируйте детали кузова, либо просто КППшка, либо и покрасьте. То есть, ну вот, и такие заказы принимались. В общем, давайте потратим все наши очки навыка. То есть, да, у нас 13 останется. Разблокировать улучшение и, соответственно, это разблокируем, да. Ну и что, все. Что дальше? Так, и денег у нас с вами 2 632. В общем, новая сюжетка какая-то появилась, брал, не знаю. В общем, 50 уровень, то есть максимальный уровень достигнут. По сараям, я не знаю, ну здесь, наверное, уже что здесь? Опять там какие-то сараи опять не добавлялись. Не знаю, нахер они нужны. В принципе, да. То есть коробки передач. Что мы там покупали на Porsche. То есть я еще где-то параллельно, забыв то, что у меня есть запчасти, покупал на Чироке. Вон мы ремонтировали все эти запчасти, да. Соответственно. Так, ну продать детали. Все продали, оставили. Короче, только эти тоже продать. Колеса там какие-то от Паршака остались. Такс. Давайте ящики пооткрываем. Ну, смысл по сараям ходить, что? Ну, давайте походим по сараям, посмотрим. 5 карт, блядь, сараев. Так, предлагаю тогда сходить, что у нас есть на карте. Посмотрим. Вот. На свалку можно будет сходить. На аукцион, не знаю, надо, не надо. Съездим, купим себе новый автомобиль. Ага. Такой мы реставрировали. Такой, не знаю, не делали. Так. Здесь что? Здесь ничего. Короче, назад гараж, да? Сейчас я с сарая пройдем, посмотрим, что там есть, что нет. Ну, на стриме можно будет поделать эти сюжетные тачки, посмотреть. Так, использовать. Сюда сарай съездим. Да, сейчас все сарай посмотрим. Съездим, купим тачку. Я думаю, что на этом, наверное, закончим.
порядковую. Я уже долго в нее играю, наверное, ну, для канала именно. Сейчас, блядь, башмаки какие-то, булки. Не, нафиг. Выйди отсюда. Да. Купим новую тачку. У нас, в принципе, есть 2 миллиона долларов. Там зонда. Я закончился Porsche, я съездил тоже, взял на свалку. Приобрел там какую-то тачку, по-моему, зонда, Pagani, что ли. В общем, ее восстанавливал. Она, в принципе, нормально продается. Те, кто хочет нормально денег. То есть, ну, у меня DLC. Хотелось бы DLC еще, чтобы гелендосик попался. Ну, такой, на 22-е диски. Может, на стриме вот такую херню поставим на 22-е диски войны. УАЗик. Посмотрим, как будет смотреться. Да, вот и без покупок. Ну, посмотрим. Но стрим он будет по этой игре, не знаю. То есть, эта игрулька выйдет, наверное, в субботу. В субботу, наверное, я уже буду в самолете. Вот, а стрим на 2 недели отпуск. К сожалению, у меня. Как бы до этого, почему я не делал стримы до выхода видео, я говорил о том, что закончим как бы с отпуска, закончим как бы сюжетку, до 50 уровня дойду, и после уже смело можно будет делать стрим. Потому что, ну, потому что на запись втыкать ее куда-то там в плейлист, ну, не совсем хотелось, чтобы, ну, как бы была целостная картина. То есть доделали дело до конца, вот сюжетка пройдена, а дальше уже как бы импровизация, можно делать что хочешь, туда перемещаться, сюда. Блять, вот как заебисто, еще 3 сарая. Ну, в общем, как-то так, у меня вот такой был план. Обязательно стрим будет. Не писал в комментариях о том, что завтра-послезавтра будет, возможно, стрим именно под одной игрой, по-моему, под этой же. Но, к сожалению, у меня не получилось, и очень дико извиняюсь, что не было стрима. Так что не ругайте меня, потому что дел, блин, что-то как-то много. Я уже говорил о времени стрима. Стрим, если брать, то он по МСК, наверное, будет по-правильному. Наверное, будет ближе к, ну, к позднему вечеру, это после 9 точно, потому что пока дела все закончишь, ну, чтобы сидеть спокойно стримить. Тут будут и звонки там начнут сразу опять какие-то дергать, тебя будут вечно. А, такой мы тоже восстанавливали. Короче, непонятно. Хера ничего. В общем, как-то так. В общем, надеюсь, в общем, как-то так. Какие-то слова-паразиты, от них нужно избавляться вообще. И слово вообще. И слово вот у меня тоже. Да, очень много слов-паразитов. Просто ты слишком много в голове мыслей, и ты постоянно их как бы думаешь, это забыл, это не забыл. Да заебали эти булки, нормальные СЛС дадут нам, нет? Бля, так вот хуйню дают, заебали уже, блядь, эти сараи. Вообще нахуй продать эти. Ну, потом, я думаю, еще на стриме их откроем обязательно. Сходим. Ну, все вот эти такие дела перенесем на стрим. Так, а сейчас у нас что, поехали на аукцион, съездим, да? Это мобильный аукцион. Так. Посмотрим, что нам там предложат. Возможно, какие-нибудь DLC-шки дополнительные, следующий автомобиль. Я в плане того, что либо они пиратские, либо какие, где вот гелик, BMW нормальный можно вот посмотреть. Так точно не хочу Wrangler. Это джип, тоже DLC дополнение было. Следующее. $225 000 только. А если ты ее восстановишь, то можно получить и 300, и полмиллиона вообще легко. Короче, выбирайте вот эти тачки, если DLC. Если нет DLC, то типа бэхшка, трешка. 320-е купе старое еще. В 46-м кузове. Или в 90-м. Не, ей 90 кузов, по-моему. Блять, еще какое-то говно. Все, выйти нахуй, идите отсюда. Корытами. Едем в автосталон, берем новый автомобиль.
Так, автосалон где? О, поехали. Интересно, что у нас там будет? Возьмем нормальный автомобиль, я надеюсь, в автосалоне представят хорошие тачки. Чем какому-нибудь. Ух ты, СЛС-ка. Я возьмем СЛС-ку. Такое точно брать не буду. Цвет, конечно, галимый, какой-то поносный. А здесь что? А-ля Audi, а-ля хуя. Ну, короче, берем СЛС, закатываем нормальные тапки, делаем тюнинг. Ну и все, я вот так сделаю на превьюшечку. Да? Еще, конечно, берем. Сколько он стоит? 500 000 баксов, это только СЛС. Конечно, купить. Да. Гараж. Рич Гай, богатый парень, вот. Че, почем? 259 штукарей возьмем. Да, и сделаем из нее СРТшник. Да, купить. Да. Гараж. Все в гараж. А эти корыта пускай остаются тут. Так, у нас СРТшник. У нас СЛС-ка. Ну что, я предлагаю тогда на этом заканчивать, в общем, с этой игрой. Дальше будет стрим, наверное. Увидимся в следующей игре. Комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на Twitter, на паблик. Ссылка на плейлист будет в описании. Также не забывайте про всем давление. Всем большое спасибо, берегите себя и пока-пока.